Ребята, всем привет, всем доброго времени. Это у нас имеется капот на Ford Transit до 93 года. С квадратными фарами. Смотрите, здесь еще есть две выемки. Вот они, такие так вот ниши. Вот. Весь капот прошкурен, прогрунтован. Варили что-нибудь в нем, Сергей Иванович? Да, там подваривались. Короче, капот подварился, плохие места подварились. Держите, сейчас. Вот, переверну, другие. Сейчас я его переверну и покажу. Так, а ну-ка, где варилось, показывайте. Нет, это даже не варилось. Не, вот, вот здесь варилось. А, ну там где-то. Вот чуть варилось. Все загрунтовано, внутренняя часть не трогалась. Вот здесь вот варилось. Ну, и вот здесь вот чуть-чуть. Вот две точки. Нет, три. Вот. Все, больше в нем ничего не варилось. Там угол целый. Вот. А ну-ка, вот эту сторону снимите, покажите, что здесь варилось. Во, ниже, ниже, ниже. Отлично. Замок. Замок вот этот вот, во, оставляем вместе с капотом. Вот. Цену этого капота, если что, смотрите в описании видео. Опа. Цену этого капота, если что, смотрите в описании видео. В общем, спрашивайте, интересуйтесь. Можем, если что, отправить по стране. Напомним, что он грунтованный, был белый. Он зашкуренный, прогрунтованный, не подготовленный под покраску. Здесь надо еще проходить шкуркой. Поэтому он просто загрунтован и все. Он не проходился. В общем, если он кому-то нужен, спрашивайте, интересуйтесь. Цену смотрите в описании. Продаем. Напомню, до 93-го, по-моему, или 92-го года. Квадратные фары. Всем добра, всем пока.